Друзья, приветствую. Новость такая. Я со вчерашнего вечера на карантине с 15 апреля. В связи с тем, что в Ленобласти нашли людей, которые начали массово заражаться. 123 человека новых заражений на вчерашний день по Ленобласти. Их начали проверять, смотреть, куда они ходили, с кем контактировали. По чекам из магазинов выяснили, что они были в Ашане. Я был в Ашане. И теперь меня сажают на карантин. В течение 2 недель я буду дома. Чувствую себя прекрасно. Ну, как известно, в течение 30 с лишним дней может болезнь не проявляться или проявляться на хороших, сильным духом и телом людей. Может вообще как-то не отражаться ни запаха, ни чиха. Поэтому лучше посидеть дома, чем кого-то заражать. Ну, если я кого-то заразил, так это родных. Ну и там еще пару десятков людей. А те передадут еще пару десяткам. А те другим пару сотням. Ну и нескольким тысячам. Короче, пол Питера сейчас, может быть, болеет уже. И никто об этом даже не думает, не подозревает. Поэтому будьте осторожны. Если вы откуда-то прибыли, из неблагонадежного места, там из-за границы, какой-нибудь Италии, или Хэшпании, побудьте дома. Нам это всем поможет. Давайте, удачи, не болейте. До новых встреч.